Меня зовут Алексей Кузьмин. Клуб про оценку, как вы знаете, это инициатива Альянса за развитие оценки, который был создан Сибирским центром поддержки общественных инициатив, Архангельским центром «Гарант» и компанией «Процесс консалтинг», которую я представляю. Мы обычно... У нас несколько ведущих, которые относятся к этим организациям, но сегодня август, и вообще такое количество участников очень впечатляет, конечно, потому что все должны быть в отпуске. Вот у нас как раз все участники Альянса в отпуске, кроме меня. И поэтому сегодня я веду это один наше заседание, и мне помогает Ольга Титкова, которая любезно согласилась последить за тем, что будет происходить в чате, и поможет нам не пропустить никакие комментарии и вопросы важные. Спасибо еще раз, Ольга, за помощь вашу. Сегодняшняя тема, уважаемые коллеги, она, конечно, непростая. Ну и мы стараемся такие темы выбирать, чтобы было о чем поговорить. И мы построим наше общение следующим образом. Я буду делать небольшие сообщения, а потом буду предлагать тем, кто сегодня участвует в нашем заседании, делать какие-то комментарии, может быть, тоже небольшие, высказать свои соображения. Единственная у меня просьба, коллеги, нас будет довольно много, ну вот на прошлых заседаниях примерно у нас было по 60 человек, но, может, с учетом августа будет чуть меньше. Поэтому у меня огромная к вам просьба. Будет здорово, если поучаствуют многие из тех, кто присоединился, в идеале бы все, но для этого нам надо комментарии делать компактно. Поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь и постарайтесь максимально компактно высказываться, когда до этого дойдет дело. Но я, конечно, всех приглашаю с удовольствием поучаствовать в обсуждении. Мы переходим к нашему семинару. Не семинару, а клуб, заседанию клуба. Видите, сам оговорился. К заседанию клуба. И, как все знают, наша тема оценка воздействия сегодня. И вот вопросы основные, которые мы планировали сегодня обсудить. Первое, что вообще за история с оценкой воздействия? Почему это так на слуху часто бывает? Почему об этом много говорят? Почему не могут договориться во многих случаях о том, как лучше такую оценку проводить? Дальше я хотел предложить такую тему, которые, ну, может быть, не так часто обсуждаются. Вот у нас часто говорят о социально-экономическом воздействии, социальном воздействии, экономическом воздействии. Я хотел вокруг этого немножко, чтобы мы поговорили. Там есть интересные моменты. Дальше, какие подходы используются сегодня к оценке воздействия? И, опять же, мы попробуем обратиться и к вашему опыту тоже, какой у вас есть опыт в этом плане. Следующая тема – может ли быть оценка воздействия прогностической? То есть, ну, традиционно мы вроде бы себе так представляем, что прошла программа, и мы оцениваем ее воздействие сразу по окончанию или, может быть, отсрочено. Может ли она быть прогностической, эта оценка? То есть, когда еще, например, программа не началась, и имеет ли это смысл? И дальше, следует ли проводить оценку воздействия при использовании практик с доказанной эффективностью? Ну, это мы отдельно вопрос прям сформулируем, развернуто. Я постараюсь объяснить, в чем здесь, собственно, состоит вопрос, и об этом тоже поговорим. Вот такие основные вопросы на сегодня. И мы переходим с вами к первому вопросу. Давайте тоже насчет режима взаимодействия договоримся. Если по ходу возникает комментарий, вопрос, вы пишите в чат. После каждого вопроса специально будет выделено время, когда вы сможете что-то сказать в микрофон. И поэтому можно использовать оба канала. Мы будем следить за обоими. Итак, что за история с оценкой воздействия?
Кстати, используется также термин оценка влияния. И я, честно говоря, к нему даже больше, может быть, привык. Нам надо сразу оговориться, уважаемые коллеги, что мы имеем в виду, конечно же, оценка воздействия или влияния социально ориентированных программ, программ социальной направленности. Это важный контекст очень для нас. Значит, вопрос первый. Что на самом деле приводит к результату? Я начну с истории, с короткой. В одной из стран наших сопредельных был объявлен конкурс, это было некоторое время тому назад, был объявлен конкурс на проведение кампаний по отстаиванию прав и интересов. Ну, иногда используют кальку с английского «адвокация», да, «отстаивание прав и интересов». И в рамках этого конкурса некоммерческим организациям предлагалось заявить некоторые проекты, направленные на именно отстаивание и продвижение прав и интересов определенных групп, с которыми они работают. И вот одна организация, которая была объединением студентов, общенациональным таким объединением, некоммерческой организацией, известной в этой стране, они заявили такой проект, который был направлен на то, чтобы одну из норм законодательства, которая осталась со старых времен, еще советских в этой стране, и получилось так, что эта норма оказалась дискриминационной для студентов. Я не буду углубляться в детали сейчас, но эта норма была явно устаревшей и дискриминационной, и нужно было ее убрать из законодательства, как-то поменять. И вот эта организация студентов решила предпринять какие-то шаги, чтобы эту норму поменять. Что ожидалось в рамках адвокационных вот этих самых так называемых компаний или проектов? Ожидалось, что они спланируют эту деятельность, потом каким-то образом ее проведут, чтобы воздействовать на лиц, принимающих решения, и те примут соответствующие решения. Значит, что они сделали? Они собрали подписи со студентов, планировали собрать подписи со студентов по всей стране, потом с этими подписями, с подписными листами прийти туда, где заседает совет ректоров, там у них есть такой орган, который имеет полномочия, чтобы инициировать вот этот процесс изменения законодательства, и встать около этого совета с плакатами, передать им подписные листы и обозначить, что есть такая проблема, чтобы совет ректоров принял соответствующее решение. Что они делают? Они делают все абсолютно по плану. То есть собирают подписи, компании по всей стране приходят с подписными листами туда, совет ректоров собирается, им все передают, совет ректоров принимает решение, что надо это поменять, и все меняется. Значит, вроде бы проект успешный. И мы могли даже с вами сказать, что вообще замечательно, и, может быть, надо такие вещи тиражировать, очень эффективно работает. Но на самом деле, когда, если мы посмотрим, что произошло и что повлияло на результат, там была еще одна цепочка какая-то мероприятий. Вот замысел – это наверху цепочка, которая у них была в плане, и что они сделали. То есть было все выполнено как в заявке. Что привело к результату? Теперь вот давайте поразмышляем об этом. По ходу сбора подписей руководитель этой организации подумал, что вдруг не получится, а им же надо, чтобы получилось. И он подумал, а чтобы мне не сходить к председателю вот этого совета ректоров и не поговорить с ним. Он записался к нему на прием, пришел. Тот его принял, они хорошо поговорили. И тот человек, председатель совета ректоров, сказал: спасибо, что сказали об этом. Действительно, эту норму надо менять. Я включу ее в повестку следующего заседания, и мы ее поменяем. И именно поэтому она была включена в повестку заседания, и поэтому они ее поменяли. И на самом деле, когда беседовали с этим председателем совета ректоров и спрашивали его о том, ну, как повлияли подписи и так далее, он не очень даже понял вопросы, какие подписи. К нему вот человек пришел, сказал, и они вроде бы отреагировали нормально все. То есть, что я хотел сказать? На самом деле, к результату далеко не всегда приводит та цепочка действий и те причинно-следственные связи, которые мы пишем в своей заявке. Это первый важный момент, почему оценка воздействия для нас важна. Что на самом деле приводит к результату, важно понимать. Дальше есть вопрос, в какой мере достигается цель проекта. Он всегда бывает важным, и почти у всех он фигурирует. И когда мы подводим итоги, значит, у нас есть какая-то цель. Очень часто результат некоторым образом от цели отличается, иногда радикальным образом отличается, как здесь изображено.
И дело в том, что когда мы сопоставляем цель и результат, мы должны понимать, что на достижение результата влияет не только наш проект, но еще есть какие-то внешние факторы, не только то, что мы делаем, но есть еще внешние факторы, которые также серьезным образом могут определить, как будет выглядеть результат. И поэтому, когда мы оцениваем воздействие проекта, нам получается, перед нами такая задача стоит. Нужно отделить то воздействие, которое оказал проект, от того воздействия, которое оказали внешние факторы. И это далеко не всегда оказывается легко, потому что, например, воздействие проекта может оказаться намного менее значительным, чем воздействие внешних факторов. Далеко за примерами ходить не надо, можно взять пандемию. Как она вообще все поменяла? И на фоне пандемии, что получалось в тех или иных проектах, мы с вами прекрасно, прекрасно это знаем. Ну, еще один пример приведу, прежде чем мы перейдем к обсуждению. Вот представьте себе проект, где целью стоит развитие волонтерства. Это делается проект некоммерческой организации в одном из городов Российской Федерации. И успех колоссальный. То есть количество волонтеров там на порядок у них выросло. И все замечательно, мы отчитываемся, все получилось. Но вопрос, были ли какие-то внешние факторы, которые могли повлиять на такой результат? И если пристально присмотреться, оказывается, что этот проект выполнялся как раз в то время, когда у нас на уровне государственной политики было принято решение, что надо развивать волонтерство в связи там, с олимпиадами, с чемпионатами мира и так далее. И получилось, что государство довольно большие средства вложило в то, чтобы волонтерство развивалось. И это, в общем-то, контекст был очень благоприятный для данного проекта, и это тоже повлияло. Таким образом, бывают внешние факторы, которые влияют на результат проекта. Наверняка у вас есть тоже примеры. И я вот сейчас хотел как раз пригласить вас такими примерами, может быть, поделиться. Я временно демонстрацию остановлю и хотел пригласить тех, кто мог бы привести примеры, как внешние факторы повлияли на результаты проекта. Пожалуйста, можно написать, можно сказать. Пожалуйста, коллеги. Ну, я прошу прощения, раз уж я поднял руку, так сказать, Надар, я вижу твою Алексей. руку. Надар. Да, просто, ну, я поднял руку, как бы, я не знаю, кто реагирует на поднятие руки, будем считать, что мы вместе среагировали. Да. Да, есть несколько, разумеется, есть несколько примеров и несколько соображений. Алексей, спасибо за вообще за закручивание темы и в том числе в привязке к пандемии. Значит, ну, сначала два слова предварительно. Вот когда ты говоришь о том, что какие-то обстоятельства совершенно неожиданные оказали реальное воздействие. Это в том числе в качестве одного из выводов можно сделать такое, что когда ребята планировали само по себе компанию, они ее не очень аккуратно спланировали. Они посчитали, что только их действия линейного характера и способны оказать воздействие. То есть, по сути, речь идет о том, что при планировании этой самой общественной компании надо было разнообразные варианты рассмотреть и по нескольким векторам пытаться двигаться. И тогда уже анализировать, что, когда, где, как и произошло. Именно для того, чтобы вслед не оказывалось, точнее, чтобы вслед оказывался именно вследствие, а не просто в силу стечения обстоятельств. Это первое. Во-вторых, конечно, важно, чтобы по мере реализации вот такого рода компаний происходил анализ не только рисков этой компании, но и возможностей, которые возникают в том числе в процессе реализации этой компании. Потому что иногда вот возможность выхода, например, на тот же ректорат, будьте здоровы, Евгения, выходы на ректорат оказываются совершенно неожиданно увиденными или обнаруженными. Потому что иногда ты затеваешь компанию, и по мере ее продвижения вдруг возникают разные варианты. Просто у нас был в свое время учебник по социальным технологиям, там в том числе была технология лоббирования общественных интересов рассмотрена. Вот. И третье, конечно, это очень важно сам по себе как фактор, это чувствительное управление как очень значимый элемент эффективности практически любого проекта. Потому что, ну, по опыту собственных проектов я могу сказать, что там из тех десятков, что мы реализовали,
ни один проект не реализовывался так, как он планировался. Угу. Просто-напросто потому, что невозможно, никогда невозможно предугадать всех обстоятельств, с которыми ты столкнешься в процессе реализации проекта. Именно поэтому важны и инструменты чувствительного реагирования на разные обстоятельства, и оперативность применения такого рода инструментов. Угу. Ну и понятно, что там мы еще продвигали такой очень важный, на мой взгляд, элемент проектного управления и оценки мониторинга, как восстановительный подход. То есть старались продвигать значимость помощи мониторируемым организациям в повышении качества их проекта, а не выявление дефектов для того, чтобы потом их наругать там или наказать. Спасибо, спасибо. Да. А вот что касается примера теперь. Компактно, да, ладно? Да-да-да, очень компактно. Давай, теперь, что давай. Касается примера, он касается достаточно интересного проекта, который мы реализовывали по итогам, как бы, ну не итога, а, наверное, по процессу активизации добровольческой инициативы в Ставропольском крае именно весной и летом 2020 года. По сути, общественная инициатива была по организации такого рода процессов Валера Митрофаненко в Ставропольском крае. Ну, там он с большой командой это дело разворачивал. Именно потому, что само по себе государство оказалось крайне ригидным и неспособным к реагированию на ситуации. И по мере того, как развивалась эта конструкция, они обнаружили целый ряд дефектов в системе государственного социального обеспечения и помощи. Но при этом, при всем, могу сказать, что и государство в определенной мере, там, во-первых, их перестало давить и поддержало их в дальнейшем там, в получении каких-то грантов через фонд президентских грантов. И они сами сформировали систему вот эту оказания помощи, именно адресной помощи. И вот это очень серьезно повлияло на развитие самых разнообразных элементов. Вот мне кажется, что здесь... я почему просто говорю? Потому что наш проект маленький, который был в это искусственно встроен осенью 2020 года, как раз занимался наблюдением за теми процессами, которые проходили. Мы провели там немножко больше десятка интервью, которые позволили выявить очень интересные эффекты и в том числе влияние самого проекта на ситуацию в крае. Спасибо. Спасибо, Нодар. Спасибо большое. Коллеги, у нас еще есть возможность пару примеров хотя бы. Можете привести примеры влияния внешних факторов, прямо вот конкретные ситуации, с которыми столкнулись? Можно я пока скажу о том, что у нас два сообщения есть. Вот Юлия Карих спрашивает, говорить только ли о отрицательных или о положительных. То есть, о любых, пожалуйста. Да. Вот. И Вера Читаева говорит о том, что нужно планировать не только воздействие на целевую группу, но и желательно на территорию. Да, и оценивать тоже, конечно. Да, мы еще до этого обязательно дойдем. Спасибо за комментарии, Вера. Пожалуйста. Юлия, у вас есть положительный пример? Давайте. Или отрицательный? Ну ладно. Анатолий, давай. Добрый день, коллеги, всех рад видеть. Привет. Ну, мне кажется, это очень хороший пример, который Алексей привел, и в этом отношении оценка, мне кажется, очень важна с точки зрения того, чтобы понять, действительно, цепочка каких действий привела к конечному результату. Потому что на самом деле, если бы люди выбрали в данном примере только одну тактику, и это сразу такой протестный подход, то, в принципе, это могло бы привести к противоположному результату. Там совет ректоров бы напрягся, расценил бы это как некоторое давление и сказал бы «нет, не в этот раз», и на самом деле результат был бы не достигнут. И в этом плане, вот, мне кажется, тут пара таких важных соображений. Вот эта цепочка, что приведет к конечному результату, и оценка в этом плане, это очень важно, потому что ну, вот классический пример не мой, а борцы с курением, которые рекламу делают, они часто очень стараются напугать курильщиков вот, и сказать им, если будете курить, то вы умрете там раньше времени. А потом исследование, которое я сделала, оказалось, что курильщики думают, что курение приводит к смерти на 10 лет раньше. А реально медицина говорит, что на 7. То есть они и так, они хуже, чем ситуация, думают, но не бросают курить. Вот. И, соответственно, напугать – это вообще метод, который не действует.
И, соответственно, куча рекламы социальной, которая тратится, пытаясь людей напугать, она тратится ни на что, на пустое расходует. Вот установление таких вещей – это очень важная вещь, но это значит, что должно быть вот то, что кто-то высказался в чате, что предварительное исследование достаточно мощно должно быть, а на это нет никаких ресурсов, если мы живем в парадигме финансируемых проектов. У тебя же нет ресурсов на предварительное исследование. И, в принципе, доноры могли бы подходить бы, если бы они допускали бы экспериментирование, когда ты написал бы, например, проект и сказал бы, я использую кучу методов, посмотрю, какие из них работают. Но это тоже парадигма доноров часто не работает. Они говорят, нам так не надо. Ты напиши, что ты сделаешь раз, два, три, и мы посмотрим, что будет, что и результат будет, ты нам обещаешь такой. Вот пара соображений, которые возникло из этого. Анатолий, спасибо. Давайте у нас еще два комментария. Вот Евгения Алексеева и потом Надара тоже. Надар, ты же поднял руку, да? Да, хорошо. Женя сначала, пожалуйста. Здравствуйте все. Очень рада всех снова увидеть. Значит, у меня так два комментария. Первый – это пример, который я хотела привести по нашему проекту. Ну, если очень коротко, мы запланировали сделать платформу для женщин, живущих с ВИЧ, на которой они могли бы получать консультации дружественных специалистов, там, гинекологов, инфекционистов. Вот. И в пандемию. Фактически, это вдруг неожиданно оказалось просто колоссальным успехом. То есть к нам на эту платформу просто стали заходить огромное количество женщин. То есть вот влияние внешних обстоятельств. То есть мы не ожидали такого, что мы за полгода 5000 человек получим на этой платформе. Вот, и нам пришлось срочно там искать средства, чтобы найти дополнительных специалистов там и так далее. Вот, это как бы пример. А теперь по поводу вот того, что Анатолий сказал насчет исследований. Но я не согласна с тем, что у нас нет ресурсов на это. То есть вот мы, например, всегда закладываем в наши проекты исследования там, где мы видим эту необходимость. Другое дело, что очень часто некоммерческие организации это как бы не предусматривают в силу либо неразвитости своих процессов внутри еще. Я имею в виду вот процессы задумки этих самых проектов, а затем их реализации. Вот, то есть на самом деле, действительно, я считаю, что нивелировать особенно отрицательное внешнее воздействие, мне кажется, нужно обязательно проводить исследования, перед, особенно если вы новое что-то пытаетесь внедрить. Вот, поэтому вот я бы не согласилась с тем, что нет ресурсов. Ресурсы могут быть, если вы их закладываете, и президентские гранты даются, и доноры очень многие уже это понимают и соглашаются на это. Спасибо. Жень, спасибо большое за комментарии. И я вижу вот в чате у нас Юлия Богданова написала, еще же интересно ловить сайд-эффекты. Имеется в виду эффекты, которые не запланированы, но случились по ходу выполнения проекта. И в сценарии, это я дальше цитирую с подписями, было же круто, оживление и активность студентов самой по себе, как объединение вокруг значимой идеи, ценности и получение того опыта влияния на изменение понимания количества затронутых людей. Спасибо, Юля. Конечно, да. Давайте продолжим. У нас, как всегда, это все достаточно динамично, поэтому я сейчас тогда продолжу презентацию. Ага. Примеры мы рассмотрели. Ну и я хотел эту часть завершить такой историей, что хронология событий не обязательно означает наличие причинно-следственной связи между ними. То есть если одно событие происходит вслед за другим, это не значит, что первое событие стало причиной того, которое произошло после него. Это на самом деле, конечно, вещь звучит достаточно банально, но про это, конечно, очень важно помнить. И особенно, когда нам хочется, чтобы была такая связь, а вдруг ее нет или она не такая, как мы предполагаем. Теперь следующая тема, уважаемые коллеги, это воздействие социально-экономическое или социально-экономическое. Вот вокруг этого я хотел предложить немножко поговорить. Я думаю, здесь я компактно совсем расскажу и потом приглашу вас, может быть, поделиться своими соображениями. Значит, экономическое воздействие. Здесь имеется в виду, как правило, что это тогда, когда эффекты можно измерить в деньгах. Эффекты воздействия можно представить в денежном измерении. Значит, примеры. Я беру просто цитаты из интернета. Это по исследованию Азиатского банка развития глобальное экономическое воздействие пандемии может достигнуть чуть ли не 9 триллионов долларов. Или деменция оказывает экономическое воздействие на страдающих ею людей.
То есть, что происходит? У них изменяются возможности, например, зарабатывания денег, да, и понятно. Туризм оказывает прямое и косвенное экономическое воздействие на развитие региона. И под прямым имеется в виду, что туризм стимулирует развитие тех предприятий, которые прямые услуги оказывают приезжающим туристам. Транспорт, проживание, питание, сувениры, экскурсии и так далее. А косвенно это развитие инфраструктуры, которая нужна для того, чтобы эти прямые услуги оказывались. То есть есть экономическое воздействие туризма прямое и косвенно. Теперь давайте посмотрим на социальное воздействие. Социальное воздействие, что здесь обычно понимается. Это, когда говорят о социальном воздействии, имеет в виду, что эффекты относятся к социальным процессам и явлениям. Их можно описать качественно, зачастую можно измерить количественно. И пример. Дети меньше болеют. То есть мы можем сказать, что... И как количественно? Что значит количественно измерить? Можем сказать, что меньше стали пропускать школу по причине болезни. Понятно. Или учащиеся лучше усваивают новые знания. Как можно здесь количественно измерить? Ну, тестом, не знаю, на проверку новых знаний было, стало, тоже это известный инструмент. Или дети живут в семье, имеется в виду, что мы сокращаем социальное сиротство как явление, и дети живут в семьях, либо в кровных семьях, либо в приемных семьях. Не в учреждениях живут дети. Значит, важная тема – это оценка социальных эффектов в денежном выражении. И я здесь с удовольствием хотел бы сослаться на две книжки, которые доступны, они в открытом доступе, их можно скачать. Одна написана коллегами из Центра фискальной политики, по крайней мере, когда они ее писали, они там все были. А другая – это КАФ, совместно с Social Value International. Эти книжки сами по себе очень интересны, и у нас тема вообще денежного выражения социальных эффектов очень важна, конечно. Но я эти две книжки еще по какой причине хотел привести? На самом деле, вот как я вижу, есть как минимум две позиции с точки зрения ответа на вопрос, можно ли оценить социальные эффекты в денежном выражении. И в книжечке, которая слева с белой обложкой и с окошком, авторы говорят, не во всех программах можно социальные эффекты представить в денежном выражении. Авторы правой книжки говорят, абсолютно любая программа социальной направленности может быть трансформирована, и ее эффекты могут быть показаны в денежном выражении. И те, кто говорят не все, они говорят, что программы, которые относятся к категории социальных инвестиций, а такими программами эффектом, имеющим априори, там ничего не нужно изобретать, имеющим денежные выражения. Ну, например, мы улучшаем здоровье людей, сокращаются пропуски работы по больничному листу, и это можно посчитать, какой эффект здесь для предприятия. Авторы книжки по оценке социально-возвратной инвестиции говорят, что можно монетизировать абсолютно любые эффекты. Там есть тоже соответствующая методика. Поэтому это, может быть, вам интересно будет вот посмотреть и проанализировать сходство и различия этих двух подходов. Оценивать социальные эффекты в денежном выражении, конечно, в принципе, конечно, можно. Просто как справка, здесь есть табличка интересная. Мне недавно попалась статья на английском языке. Я перевел эту таблицу, и там ссылка есть, по которой вы увидите полностью источник, и она в открытом доступе есть, эта статья. Здесь, видите, автор очень компактно представил виды анализа, который он назвал cost-inclusive evaluation, то есть оценка, которая принимает во внимание затраты, стоимость. И тут есть 9 вариантов, 9-8, да, вариантов такого анализа, и каждому дано определение, и есть примеры. Мне кажется, очень полезная вещь, просто хотел поделиться.
И вот теперь переходим, собственно, к вопросам, которые я хотел предложить обсудить в связи с этой темой. Вот смотрите, экономическое воздействие. Мы привели примеры там, с пандемией и так далее. Не идет ли здесь речь о представлении социальных и иных эффектов в денежном выражении? То есть, по сути-то, мы говорим о социальных эффектах, которые представляются в денежном выражении. Ну, например, деменции, да, человек определенным образом, ну, у него изменяются его способности к деятельности, появляются какие-то ограничения, он не может зарабатывать. И вот тут появляется денежное выражение. Но на самом деле причина-то какая? Деменция же. Социальное воздействие. Если социальные эффекты можно монетизировать, измерить в деньгах, неправильно ли считать такое воздействие экономическим, а не социальным? Тогда любое воздействие получается экономическое. Тем более, если мы говорим, что любое воздействие можно в денежном измерении представить. Следующий вопрос. А может вообще любое воздействие социальной программы надо считать социально-экономическим? То есть и социальным, и экономическим. А как же тогда экология? У нас сегодня сверхактуальная экологическая тема. А если воздействие психологическое, как с этим быть? Считать его социальным? И последний вопрос. Может, нам вообще надо говорить о воздействии или влиянии программ социальной направленности, не упоминая априори его характер? То есть, когда мы говорим об оценке воздействия, мы, может быть, чуть-чуть уберем в сторону именно какого воздействия. Не будем говорить социально-экономического, психологического, экологического, а будем говорить об оценке воздействия программ, а его характер уже будет зависеть от специфики программы и на самом деле еще от того, какие подходы к оценке мы с вами для себя выберем. Вот такие вопросы хотел предложить к обсуждению, уважаемые коллеги. И, пожалуйста, какие есть у вас по этому поводу соображения, комментарии, что вы об этом думаете? Можно поделиться сомнениями, вопросами, коллеги, чем угодно. И просто мы пытаемся искать форму взаимодействия. Да? Это ж клуб у нас, не семинар. Поэтому, если есть какие-нибудь соображения, пожалуйста, ради бога, не стесняйтесь. Леш, я снова поднял руку. Ну да, спасибо, что ты поднял руку. Да. И хорошо, что ты об этом сказал. Да, ну я вот, я понимаю, что поскольку, я не знаю, связано ли это с деменцией. С моей ты имеешь в виду? Да нет, собственно. Ну я понимаю, это какая-то, видимо, активная задача или там проблема, которая возникает, может быть, или просто проект, в котором ты принимал участие, связан с этим. Неважно. Я в данном случае, да, разумеется, не к этому привязываюсь. Есть вот какого рода вопрос из именно вот этой категории экономический, социально-экономический, социальный. Один из ключевых факторов, на который стоит обращать внимание, это отложенность эффекта. В свое время, в 90-е годы, мы работали с уличными детьми и в том числе работали в судах. Ну, тогда вот были эти процессы, когда мы пытались продвинуть ювенальную юстицию в нашей стране, и работали в судах. И у нас было несколько случаев, достаточно много, кстати, когда мы помогали судье через выработку разумного восстанавливающего решения избавить ребенка от, значит, криминального клейма. И избежать вот этого самого там условного приговора, который ребенок не воспринимает, но найти те инструменты, с помощью которых ребенок может исправить совершенный проступок или последствия совершенного проступка. Так вот, мы анализировали в свое время возможность измерения такого рода эффектов. И мы поняли, что это практически невозможно. Почему? Потому что сегодня, избавив ребенка от криминального клейма, мы лишь обретаем некую потенциальную возможность того, что этот ребенок станет благополучным, добропорядочным и так далее. И когда-то, там, лет через 15-20, заведет свою семью, детей и так далее, будет умножать, приумножать это самое ВВП. Но сегодня предугадать и измерить эту величину просто невозможно физически. Ну, мы можем сказать, да, это снижает там уровень преступности. Но измерить это очень сложно.
И поэтому, собственно, тогда появился термин, ну, точнее говоря так, тройственный термин, который, ну, я считаю, что важно продвигать. Это измерение, это ощущение, потому что исследование эффектов может быть не столько измеримо экономически, сколько в ощущениях тех целевых групп, с которыми ты работаешь. И третье – это описание того, что ты делаешь. Потому что подчас нет возможности измерить, и даже ощутить это сложно, но описание самого порядка действий, технологии позволяет в том числе людям, которые дальше занимаются этой проблематикой, ориентироваться на это описание и каким-то образом реагировать на него. Теперь очень короткий еще момент, связан вот с чем. Сейчас, я не знаю, насколько коллеги все присутствующие в курсе, я просто оказался встроенным в такое начало забавного процесса. Может быть, вы знаете, может быть, нет. Сейчас очень активно бизнес продвигает так называемый ESG-подход. Ecology Social Governance. Причем это на уровне огромных корпораций происходит. Они начинают ориентироваться на совокупность этих свойств как на важный фактор эффективности бизнеса, развития бизнеса. И, ну вот я считаю, что очень важно в том числе некоммерческому сектору во взаимодействии с бизнесом продвигать и наши с вами, ну вот, я не знаю, практики и опыт в развитии вот этой совокупности свойств и одновременно двигать бизнес в этом направлении. Пока спасибо, все. Спасибо большое, Надар. Ольга, вы хотели сказать, Титкова Ольга, у вас была рука. Да, но Надар меня как раз частично уже высказал. И мои ощущения, да. И я вот очень согласна с Верой Чедаевой, которая нам написала в чат, что воздействие перетекает из одной ипостаси в другую. А мое основное как бы вот комментарий, он касался чего? Вот я больше всего согласна с тем, что было сказано четвертым, последним, что есть ли нам вообще смысл делить экономическое ли это, социальное воздействие, социально-экономическое. Я вот типичный представитель большинства НКО России. Маленькая региональная организация, которая работает на своем уровне со своими ресурсами. И по большому счету, я еще честно скажу, я более продвинутая. Я задумываюсь о доказательности своих практик, подтверждении результатов и так далее. Ведь мы с вами здесь говорим, если честно, больше о развитии. А большинство НКО работает, решая проблемы. Вот им точно все равно, какой эффект воздействия. Мне кажется, может быть, нам действительно нет смысла, говоря о НКО в целом и о социальных проектах, вообще задумываться на эту тему. Какая нам разница, какой это социальный или экономический эффект? Важно наличие самого эффекта влияния, эффекта воздействия. Вот я об этом хотела сказать. Вот еще у Веры, да, она приводит комментарий к своему предыдущему комментарию. Пример, вернее, приводит. Да, в чате, если вы видите, уважаемые коллеги, вот Вера Чедаева, она продолжила и говорит, что в Нижнем Новгороде есть проект, работаем с трудными подростками в детских домах. И именно получается сначала социальный эффект, потом дети начинают работать, и может быть потом экономически. И это очень созвучно и тому, что Ольга сейчас сказала, и тому, что Надар говорил. Сейчас я, прежде чем Анатолию слово дать, хотел сказать, Надар, Ольга, вы закончили, да? Надар, то, что ты сказал про ощущение, мне, знаешь, напомнило, у нас лекции читал в университете академик Зинченко, и он нам определение хорошее дал. Он сказал, что материя – это объективная реальность, Богом данная нам в ощущении. Толь, пожалуйста. Я бы тут хотел, чтобы мы подискутировали то, что Ольга сказала, и то, что Надар сказал. Во-первых, по комментарию к Надару словам, что нельзя замерить эффект, если ты делаешь программу для детей, только ты создал некоторые условия, которые могут реализоваться в будущем. Вот эффект можно замерить, просто для этого нужно большое количество денег и большое количество лет, в районе примерно 20. Ни одна организация не обладает такими средствами, организация, которая планирует 20 лет работы, она может заложить заранее что-то и сделать какое-то. И решением здесь было бы, может быть, даже, чтобы не специалисты по оценке этим занимались, а было бы хорошо, если бы экономисты этим занимались бы, как они там занимаются, например, ковидом, и смотрят разные эффекты и так далее. Достаточно корректно все пытаются посчитать. Вот. То есть это можно сделать, но ресурсов ни у одной организации, в принципе, на это
Трудно представить, чтобы они были в достаточном количестве, чтобы это можно было проверить. Вот теперь, но опять-таки к тому, что сказал Наташа, что мы вот чувствуем влияние, воздействие на людей. И мы, представим себе кейс, да, мы работаем с трудными подростками. Вот сфера, где мы работаем с семьями в сложных жизненных обстоятельствах, и дети в интернатах, например. И вот люди приезжают, там, скажем, программы волонтерства, разовое посещение. Споры вокруг этого идут бешеные. То есть если ты там приехал с концертом, то все знают, что это плохо. Но, кстати говоря, там огромный процент некоммерческих организаций по-прежнему продолжает ездить, проводят концерты. И когда я дискутирую с этими людьми, они мне говорят: ты глаза этих детей не видел. Ты не видел глаза детей. Я говорю, я только знаю длинные исследования, как меняются дети в результате разовых посещений, вот, и как они начинают подстраиваться так, что ты действительно увидишь, они тебе покажут правильные глаза, все будет правильно, вот, но только это плохо очень влияет на будущее этих детей. И в принципе, вот на самом деле, вот такое отслеживание, оно же очень важно. Вот то, о чем я говорил в своем еще предыдущем выступлении, что на самом деле, как воздействуют действия, к какому результату они приводят. Замерить это очень трудно, но это надо очень делать. Должна быть потом общественная дискуссия, должно доходить до низовых организаций, которые не обладают такими ресурсами, но это общественно значимая деятельность, я считаю, что в целом для общества нужно находить ответы на вопросы. Вот это воздействие приводит к результату, к отрицательному или к положительному. Что может приводить к отрицательному. Ты заводишь людей в программу, они поучаствовали, и после этого из них рождаются там циники какие-нибудь. Спасибо, Анатолий. У нас есть Однодар и комментарий как раз в развитии того, что в русле того, о чем Анатолий говорил, что нужны лонгитюдные исследования, и наблюдать надо в течение продолжительного времени, какие изменения. Давайте мы сейчас сначала пригласим Веру Чедаева, она не могла найти кнопку, как поднять руку, но мы и без этого можем пригласить. А потом Юлию Богданову. Я вижу, что у вас микрофон, да, Юля, вы хотели сказать? Угу. Вера, пожалуйста. Слышно? Да, отлично. Слышно, да, да, да. Я просто хотела вот этот проект, именно «Жизнь без границ» у нас есть такой фонд, надо знать наверняка, были там обследование было после, оценка после их проекта. Там вот действительно, у них проект долгосрочный, они создали на деньги президентского гранта так называемый хулигана-дом. Его даже Кириенко сейчас посещал. Такой положительный пример. Там действительно получается, что и социальное, и социально-экономическое, потому что дети получили наставников. Это вообще уникальный пример, что ли, такой в России. Наставники с ними занимаются, но они понимают, что это не потребительское отношение, не удочерение, усыновление какое-то. И социально-экономическое. Они подбирают себе профессию. Эти люди уже пойдут в экономику, но с трезвым взглядом на жизнь. Ну и еще раз несколько вернуться к тому, что вот в моем понимании, ну потому что я давно живу уже, и были первые проекты задолго до всех этих историй. Первый наш проект, который мы сделали в Нижнем Новгороде, он назывался «Возможность для всех» и делался на деньги, тогда мы еще дружили с Америкой, да, делался на американские деньги. Тогда было, тогда нас учили так, что нужно задумываться о воздействии, когда ты пишешь проект. Какое это будет влияние, какое воздействие? И тогда у меня как-то вот уже впиталось, что ли, как говорится. Надо начинать с чего? Целевая группа, потом территория вокруг целевой группы, потом мультипликация и потом общество. И любой проект считался таким образом. А не так, что вот мы сегодня провели мероприятие, сейчас стало проще. Вот это все, что я хотела сказать. И это можно делать до того, дальше вашей презентации. Я, кстати, с большим удовольствием почитала Кеннивен и прочие такие все темы. Я все время это все читаю, мне это очень нравится. Вот, ну, все, пожалуй, что я хотела. Спасибо за комментарий, Вера. Юлия, пожалуйста. Да, добрый день. Я на самом деле про несколько вещей думаю, потому что какие-то единые линейки, они необходимы, именно потому что программы очень разные, и вообще наши социальные ожидания на уровне общества пока очень низкие. В том числе для изменения нормы, чтобы люди начали хотеть вообще того, что человечество уже умеет делать, нужно буквально визуализировать и делать возможным сравнение. Да?
Поэтому, мне кажется, конечно, деньги в этом смысле, вообще цифры, они очень понятны людям. А вот дальше начинается все гораздо, ну, сложнее и интереснее, потому что если мы говорим про низкопороговые программы, про какую-то клубную деятельность, по большому счету, ну, там все проще. А если мы говорим про реальные клинические направления, потому что как мы будем с вами сравнивать, например, вот дети с аутизмом, да? Если они получают, ну, доступный прикладной поведенческий анализ нужного качества, это значит, что ребенок не просто пойдет в детский сад и в школу, он там удержится, он будет действительно получать образование в том виде, в который мы вообще вкладываем в это слово, то есть у него будут расти функциональные возможности. В противном же случае, если он просто получит некий формат услуг, скажем так, принимающий, да, то есть он будет куда-то ходить, но его вот этот навыковый потенциал человеческий расти будет гораздо меньше. Uh-huh. И сегодня, например, доноров, которые могут, ну, фонд «Звездочка» вот, делить от фонда «Ромашка», который будет говорить, у нас же в основном обещание вокруг целевых групп, мы помогаем, ну, там, детям социального риска, да, детям биологического риска, людей, которые понимают, что делают одни versus что делают другие, крайне мало. И в этой связи как раз, если будет, ну, некий профессиональный консенсус, когда вот простыми словами люди будут объяснять, во что превратится рубль тут и там, это крайне важно. И в том числе рубль превратится действительно в понятные вещи. То есть, не знаю, ребенок будет ходить в школу, учиться сам и не мешать другим детям, например, да? Таким образом, вот эта позиция заказчика как общества, она тоже будет меняться. Поэтому, мне кажется, в этом вообще, ну, такая огромная, ну, качественная миссия, что ли. И, возможно, в том числе это все-таки приведет к тому, что, ну, появится какое-то развитие в вот этом огромном институциональном агенте, которого сегодня нет, я имею в виду вузы, потому что, ну, клинические практики без профильной экспертизы оценивать практически невозможно. Юль, спасибо большое. И вот тут как раз тоже Семен Никонов пишет в чате насчет доноров. Он говорит, что если бы такие организации, как фонд президентских грантов, например, включал оценку в критерии, то в том числе в региональные, тогда бы НКО стали считать и доказывать эффекты своего проекта. И, конечно, это очень заманчиво в денежном выражении показать эффект. Меня, знаете, еще маленький комментарий, это мне скоро нужно будет убежать. Давайте. Я вот сейчас очень боюсь, что как раз ECG это будет очередной гринвошинг. Потому что сегодня, по большому счету, подтвердить, что ты связан с экологией, там, с социальным или с управлением, очень легко. Именно потому, что нет профессионального консенсуса по очень многим вещам, да? И вот этот выбор информированный делать очень-очень сложно. Мне кажется, оценка, вот если она будет чувствительнее и будут какие-то договоренности, что мы имеем в виду под каждым словом, она, конечно, сильно поможет. Анатолий, рука поднята, да? Я правильно? Да, Леш, я хотел кратко. Комментарий очень короткий. Я надеялся, что Юля скажет, потому что вот я видел, что она собиралась выступать. В ее одном из предыдущих сообщений как раз была отметка, связанная с тем, что зачастую идет речь о ценностных установках или вот то, о чем сейчас она говорила. А ценность с точки зрения как раз изменения поведения в ребенка, например, насколько это для нас ценно. И ценности, я считаю, что часто перевести в деньги ценностные установки невозможно. И, соответственно, экономический эффект считать здесь не нужно, а должны быть более такие вот глобальные, как Юля сказала, консенсус или общее мнение выраженное, или какие-то глобальные исследования, которые говорят, да, вот это воздействие, это хорошо. Это оно правда приводит к реальным изменениям. Смотрите, Анатолий, здесь тоже очень интересно, потому что, когда мы говорим, ну, скажем, про группу трудных детей, да, с трудным поведением, все специалисты отлично знают, что пока у этого человека не появляется структура, хотя бы минимальная, вы не пойдете дальше. И если программа признает это и создает это, потому что если мы посмотрим, например, волонтерское участие, мы увидим, что в мире это
то, что влияет и поддерживает, это индивидуальные отношения, это регулярность контактов, и это вовлечение в очень структурированные вообще отношения и деятельность. Это не значит, что все ходят по режиму там куда-то, да, но, например, ты ходишь раз в неделю, условно, в четверг, да, и с друзьями вы там готовите ужин, с этими обученными волонтерами, то есть это совершенно иное качество, и оно тогда ведет, в том числе, то есть оно меняет ценности и у тех, кто провайдер, да, и у тех, кто клиент, и доноры это понимают, и они инвестируют вот в это. Ну, вот. Согласен абсолютно, да. Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте дальше двинемся. У нас компактно все, поэтому про подходы к оценке воздействия, и там еще, надеюсь, сможем подискутировать. Ну, я думаю, что если вдруг мы не все вопросы успеем обсудить, не страшно. Хорошо, что дискуссия получается. Всем большое спасибо, кто включается. Пожалуйста, поактивней. Итак, какие сегодня используются подходы к оценке воздействия? Я быстро пробегусь, потому что думаю, что это всем достаточно хорошо знакомо, и лучше мы еще поговорим тогда. Значит, первое, что надо определиться, что мы понимаем под оценкой воздействия. А видно сейчас, что я показываю, да, у меня почему-то написано, что приостановлена демонстрация экрана. Вы видите, да, экран? Да, видно, но не в полном размере, а как в рабочем варианте. То есть слайды странно. Слайды. Странно. Сейчас тогда я сделаю еще раз. Мы видим. Да-да, спасибо тебе. Я понял. Сейчас мы это починим. Так не должно быть. О, вот оно. Да, вот. Соответственно, оценка воздействия или влияния определяет, какие изменения вызваны именно программой и проектом, преднамеренно и непреднамеренно, о чем уже здесь говорили. То есть и те, и другие нас интересуют, как правило, эффекты. И важнейший момент здесь – это то, что нам при оценке влияния надо выявить, обосновать причинно-следственные связи между программой или проектом и эффектами, которые получены. И очень важно обоснование этих причинно-следственных связей. И вот, собственно, оценка влияния или воздействия заключается в том, чтобы выявить их, обосновать и показать, что они были, либо что их не было. Каким образом происходит? Глобально два подхода могут быть. Одни подходы основаны на сравнении, условно назовем это эксперимент. Другие подходы, который предполагает раскрытие черного ящика. То есть мы изучаем цепочки событий, которые можем наблюдать, или как раскрываем черный ящик. Мы беседуем с людьми, мы погружаемся в жизнь, как она есть, спрашиваем, как что происходило, и находим вот эти цепочки причинно-следственных связей. Подходы, основанные на сравнении. Классический вариант, так называемые рандомизированные контролируемые исследования. Красивые идеи, заимствованные из медицины. Всем известно, теперь, я думаю, вообще все знают, как исследования лекарственных препаратов клинически проводятся, поскольку очень на слуху и на виду было испытание новых вакцин. Значит, в чем здесь идея? Берется две группы пациентов, если нам нужно испытать новое лекарство. Две группы пациентов абсолютно идентичны. Ну, вообще даже в идеале берется одна группа и потом случайным образом делится на две части. Обе группы получают стандартное лечение, продолжают, значит, лечиться. И в одной группе, которая называется экспериментальной, людям дают новый препарат. Например, вкалывают вакцину от ковида. А в другой группе им говорят, что им дают новый препарат, но дают плацебо или вкалывают что-то нейтральное, что никак совершенно на них не влияет, кроме психологического воздействия. Именно для этого дается плацебо. Чего мы таким образом достигаем? Мы достигаем того, что у нас обе группы находятся в абсолютно одинаковых обстоятельствах, испытывая, ну, болеют одним и тем же заболеванием, и получают одно и то же лечение. Единственное отличие, они находятся в клинике под наблюдением, единственное отличие – это в экспериментальной группе новый препарат. И в этом случае тогда получается, что мы можем
если результаты лечения экспериментальной группы отличаются от результатов лечения контрольной группы, то мы можем приписать эти отличия использованию нового препарата. Вот в этом идея. Она, конечно, очень красивая. Как это выглядит в социальных программах? Рандомизированные контролируемые исследования, randomized control trials. Значит, мы берем группу, на которую мы воздействуем, делим на две группы случайным образом. Одна группа контроля, которая находится в тех же обстоятельствах, что экспериментальные, но на них воздействие не оказывается программа, на другую группу воздействие оказывается. И, соответственно, если у них условия абсолютно идентичны, то отличия в результатах, в изменениях, которые произошли в экспериментальной группе, от тех изменений, которые произошли в контрольной группе, мы можем приписать именно нашей программе. Ну, то есть, в общем, идея аналогична. И у нас не очень часто публикуется материал на русском языке по таким исследованиям. Вот одно из исследований коллеги из РЭШ, Российской экономической школы, сделали лет 10 назад, и в книжке у нас оно опубликовано было. Марина Карцева главу написала про такое исследование, когда они взяли в городе, где закрылось, моногород был, одно предприятие большое, градообразующее, оно закрывалось. Очень много людей без работы. И там была программа, которая помогала людям трудоустроиться. Но участие, естественно, в программе было добровольно. Кто хотел, участвовал, кто не хотел, не участвовал. И, соответственно, они сравнили продолжительность того времени, пока человек находился без работы, для участников программы и для тех, кто не участвовал в программе. И это было сделано для того, чтобы понять, насколько программа эффективна с точки зрения того, что она сокращает период, когда человек вот в такой неопределенности находится без работы. Ну, я хочу пару моментов сказать про это исследование, Марина. Во-первых, оно показало интересную вещь. Те, кто были в программе, оказалось, что без работы находились дольше, чем те, кто в программе не участвовал. И здесь возникает следующий вопрос. Почему? Такого рода исследования ответ на вопрос «почему» не дает. Второй момент, очень важный для той программы. То, что они сделали, нельзя в классическом виде назвать экспериментом, потому что они определяли, кто войдет в контрольную группу, кто войдет в экспериментальную группу. Просто некоторые люди не захотели участвовать в программе. И поэтому их насильно из программы никто не выкидывал или их не держали в изоляции и не запрещали им участвовать в программе. С этой точки зрения такой вот квазиэкспериментальный подход, как бы экспериментальный, он, конечно, этичный был. Этичный. То есть мы ради того, чтобы понять, как работает наша программа, мы не нанесли никому вред. Не причинили никому вред. И это, кстати, один из вопросов, когда говорят о рандомизированных контролируемых исследованиях. Очень часто поднимают этот вопрос люди в связи с этикой такого рода подхода. Например, Майкл Пэддон, известный вам многим гуру в области оценки, он приводил пример вот в Африке программы, направленные на борьбу с диареей у детишек. Программы в основном направлены на обеспечение соблюдения элементарных гигиенических норм. И это снимает вопрос. Но он говорит, что нам нужно год, чтобы дети страдали в контрольной группе для того, чтобы доказать, что это работает. Вот такого рода вопросы возникают. И вообще я хотел сказать, что здесь не шуточные дискуссии. И мне очень нравится, что до чего дело дошло, что те, кто возражает против абсолютизации такого подхода и признания его золотым стандартом при оценке воздействия, они предложили, что вот парашюты же не испытывали. Видите здесь, что написано? Парашют снижает риск получения травм при падении с большой высоты под действием гравитации. Но его эффективность пока не была доказана с помощью рандомизированных контролируемых исследований. Можем ли мы тогда быть уверенными в том, что парашют действительно помогает? Если считать, что не было исследований, значит, не можем быть уверены, значит, надо провести эксперимент. Естественно, люди, которые это написали, говорят, что тогда надо, чтобы в экспериментальной группе прыгали те, кто против, а в контрольной группе без парашюта прыгали те, кто за такой подход, и, соответственно, да. Ну вот, и есть альтернативный подход. Распаковать черный ящик. То есть разобраться в этих цепочках причинно-следственных и понять, почему, что и как происходило, и что из чего вытекало. И есть методики,
которые имеют свои названия, они описаны, они абсолютно легитимны. Например, есть метод анализа вкладов, я так перевел, ну, по-английски contribution analysis. Вот как его определяет Майкл Хендрикс. И там внизу ссылочку у вас будет в презентации на английскую книжку, у нас пока брошюра, у нас пока на русском это не описано. Внушающее доверие, правдоподобное, обоснование взаимосвязи, когда здравомыслящий человек, который знает, что было сделано в рамках программы и какие эффекты имели место, будет иметь достаточно оснований, чтобы согласиться, что эффекты связаны с программой. Здравомыслящий человек, который знает про программу и что получилось, будет иметь достаточно оснований. Вот что такое метод анализа вкладов, contribution analysis. Или другой подход. Метод выявления наиболее значимых изменений, по-английски most significant change. Значит, здесь вот картинка, которая как раз иллюстрирует, что это на обложке их книжки, тоже книжку можно скачать, иллюстрирует то, что этот метод как бы в оппозиции находится попытки все измерить с помощью индикаторов. Давайте мы вам лучше историю расскажем. Смысл заключается в том, что мы сначала выделяем зоны наиболее значимых изменений, которые произошли по ходу, по окончании программы, а потом раскрываем как бы механику, как эти изменения происходили. Я на этом хотел поставить многоточие и обратиться к вам с вопросом. Что вы думаете об этих двух подходах к оценке влияния программ проектов? Как оно откликается, не откликается? И приходилось ли вам использовать такие подходы или их фрагменты, может быть, варианты на практике? Надар уже поднял руку, и давайте мы его и пригласим сразу сказать что-то. Пожалуйста. Ну, в данном случае я, наверное, тоже, как всегда, забыл опустить, но у меня есть что сказать по... вот предложенному тексту Алексея. Значит, дело в том, что когда изучались две группы людей безработных, то я не очень уверен, что было корректное сравнение времени получения, работы людьми. Вот еще по какому критерию. Сам по себе факт получения работы не означает, что полученная работа полностью удовлетворяет запросам человека, который ее пытался получить. Да? Не исключено, что вот эти курсы, которые проходили люди, позволили прошедшим эти курсы, может быть, позже получить работу, но работу более высокого качества. Да, да, да. То есть этот фактор. Да, Надар, получается, говоря, что... Да, такого, у него рамки жесткие у такого исследования, да, возникает целый ряд вопросов, которые вроде бы нас подталкивают к тому, что за рамки эти нужно выходить. Ага, Надар, да, у нас есть там руки еще. Угу. Ну, хорошо, тогда просто, ну, я там что-то еще в текстах писал по поводу исследований, ну, ладно, это уже отдельно. Ага, хорошо. Спасибо. Виталий, пожалуйста, вот у вас функции нет поднять руку, а пример привести не можно, а нужно, пожалуйста. Да, спасибо большое, коллеги. У меня на самом деле почему-то не отображается эта кнопочка. Бывает, да. Да. Очень интересные примеры. Но могу сказать о том, что я участвовал в исследовании по психоактивным веществам, когда этический комитет не позволяет, и этические нормы не позволяют проводить вот подобные исследования, на подгруппы делить. Да? Но при этом мы использовали оценочные данные или статистику, официальные или оценочные данные, которые предоставляет НПО по потребителям психоактивных веществ. И, допустим, проводя некоторые исследования по определенным видам лечения, да, мы доказывали ее социальную полезность и экономическую. Да? В том числе, каким образом она экономически и социально влияет на криминогенность в стране. И один из примеров тех, возможности проводить исследования, когда этические комитеты в стране, ну, действительно не позволяют и вообще, ну, как можно человека пичкать наркотиками, к примеру, да, и проводить исследования. Ну, это вот один из примеров, который мы используем в своей исследовательской работе.
И еще один момент, который вот коллеги вот уже высказали, поддерживая о том, что я согласен с той второй книжкой, когда все, абсолютно все можно измерить как экономически, так и социально. Да? Угу. Вот на основании того примера, который я привел. Спасибо, коллеги. Угу, угу. Вот у нас Вера Чедаева говорит, что курсы для тех, кто потерял работу, приводят к тому, что люди входят во вкус и начинают с одних курсов на другие переходить, а работать не собираются, да. Ну, наверное, такое обобщение, мы будем аккуратны, да, что не все, но, может быть, действительно такое бывает, бывает. Они получают психологическую поддержку. Секундочку. Да, да. Да. Специально да. Сейчас все эти бизнес... поддерживающие бизнес, как бы создание нового бизнеса программы, они именно созданы для того, чтобы вот, ну вот были курсы. И они отчитываются за курсы, они не отчитываются за то, что это пойдут работать воспитателями или еще куда-то, дают денег только, чтобы проводить курсы. Вот такая сейчас бизнес-инкубация забавная. Это все. Спасибо. Евгений, пожалуйста. Я вот хотела привести примеры рандомизированных вот этих исследований, которые мы активно тоже вот используем в наших. Ага. Вот, например, мы проводили информационные кампании по толерантности там, к людям, живущим с ВИЧ. И мы делили людей на две группы. Ну как, мы просто как бы одни люди не видели нашу кампанию, а другие люди видели. И мы сравнивали дальше их ответы на нашу анкету, как у них изменилось положение. То есть это вот в этом случае прям прекрасно это все показало, что информационные кампании правильно сделанные, они могут, ну, основанные на проведении исследований, они могут прекрасно менять у людей отношения. Жень, но здесь же не, здесь все было абсолютно этично, да? Вы никого специально держали в неведении, а просто выбрали просто они, по жизни. Да, по жизни, кто по жизни просто не видел ничего. И вот. А еще один тоже был интересный, это вот наш проект «Танцуй ради жизни», «Dance for Life». Мы делали в Индонезии вот такие исследования. То есть одна группа школьников ничего не имела, а другая имела. И вот они как раз неудачно прошли. Почему? Потому что эти другие школьники, которые якобы вот ничего не получали, ну, программа нацелена на, это там 15 часов обучения, на развитие вот так называемых soft skills, да, вот у ребят. Mm-hmm. Они все-таки там нельзя было исключить воздействие других программ. Вот те, которые в нашей программе не участвовали. Вот поэтому тут очень внимательно нужно подходить. Но с этической точки зрения там как бы все было нормально. Я как бы хотела просто привести другие примеры. Да, спасибо большое. С этикой. Ну, меня впечатлило еще в последнем примере, что ты сказала, что вы проводили исследования в Индонезии. Я не думаю, что у нас многие проводили. Нет, это не я лично, мы просто являемся частью международной... Ну, ты же участвовал, да. Да, я участвовал, Здорово. Я участвовал в составлении анкеты, да. Там. Здорово. Хорошо, коллеги, а если есть еще комментарии, сейчас самое время или пойдем дальше? Понял. Пойдем дальше. Тогда мы с текущего слайда. У нас еще пара интересных вопросов. Может ли оценка воздействия быть прогностической? Ну, вообще говоря, получается, что уже в определенном смысле на этот вопрос ответили. Кстати, вот Юлия Богданова сделала комментарий в чате, и она пишет о том, что насколько предпочтительны практики с доказанной эффективностью, то есть такие практики, у которых воздействие уже доказано. И доказано с помощью привлечения серьезных сил, экспертизы, академической в том числе, и можно тогда брать эти практики и быть уверенным в том, что они будут работать. Мы об этом еще поговорим, я надеюсь, будет у нас несколько минут для этого в конце. Но мы сейчас говорим вот о том, может ли оценка воздействия быть прогностической для социально ориентированных программ. И я хотел обратить ваше внимание на то, что на самом деле у нас абсолютно есть хорошо известные, легитимные два варианта прогностической оценки. Это оценка воздействия на окружающую среду, АВОС, и она именно прогностическая, то есть она выявляет характер, интенсивность и степень опасности влияния каких-то проектов на производственных, на планируемую деятельность, на окружающую среду и здоровье. И оценка регулирующего воздействия. Тоже здесь анализируем проекты нормативных правовых актов и смотрим, есть ли в них положения, которые могут привести к каким-то избыточным
ограничениям административным и так далее в деятельности предпринимателя. То есть прогностическая оценка, конечно, используется. Но вот если мы вернемся все-таки к программам социальной направленности, с которыми, как я понимаю, большинство из участников сегодняшнего заседания имеет дело, как вы думаете, вот может ли быть такая развернутая прогностическая оценка влияния проекта вашего или программы на воздействие его? А с учетом того, что мы ведь, когда планируем программу, мы туда закладываем воздействие. Вообще-то от нас это требует. Когда мы описываем проект, у нас спрашивают, какие будут эффекты, и мы, в общем-то, даже обязаны это написать. Вот может ли иметь место прогностическая оценка для социальных программ на стадии, когда, например, программа, разработка закончилась программы, и мы зачем-то делаем прогностическую оценку воздействия? Специально и развернуто, своими силами или с привлечением внешних сил. Вот такой вопрос. Пожалуйста, как вы думаете, какие есть мнения? Можно говорить. Ага. Нодар. Да. Давай. Поскольку делать нечего, я тут как всегда... Да, а что нам делать? Конечно. Да, значит... Ну, вот я текст уже в какой-то степени написал, да. И, ну, наверное, это будет моя только попытка озвучить уже то, что я написал, угу. Что угу. Фактически мы, наверное, скорее стоит говорить не о прогностической оценке, а о гипотетической. То есть мы можем выстраивать гипотезы, именно потому что, как правило, те доказательные результаты, которые мы получаем, имеют очень широкий спектр разнообразных критериев, которые вовсе не обязательно будут совпадать в других ситуациях. Угу. Именно поэтому, да, мы получили здесь какие-то уверенные результаты по данной конкретной этнокультурной группе, в данных климатических условиях, в данный период времени и так угу. далее и тому подобное. Это вовсе не значит, что именно это же все будет повторяться. Угу. Ситуация может даже с той же самой пандемией. Одно дело начало этой пандемии, когда все, у всех глаза по полтиннику, и все в ужасе, не понимают, что делать. И совсем другое дело сейчас, когда государство всех начинает черти как стращать, но при этом, как вы понимаете, в России до сих пор нет вакцины с доказанной, пардон, и корректно проведенной процедурой верификации качества деятельности, действия вакцины. Вот. И при этом, при всем, не допускается рынок, да, то есть вот, я не предполагаю сейчас политические факторы обсуждать, но... Спасибо, Нодар, это здорово. Очевидно, что есть целый широкий спектр факторов, которые нельзя однозначно приписывать везде и всюду, они всегда будут разнообразны. Угу, угу. Но спасибо. Но политически выстраивать гипотезы мы должны. У нас Ольга Евдокимова в чате написала, что оценка социально-возвратной инвестиции предусматривает в том числе прогностический вариант оценивания. Также точно я добавлю, Ольга, спасибо. И я бы добавил, да, и может улучшить дизайн проекта. Я бы к этому добавил, что вот вторая книжка, где оценка социально-экономического воздействия, да, там тоже они как основной пример рассматривают такой прогностический вариант оценки воздействия проекта. А потом говорят о том, что точно такая же методика может использоваться для проекта, который уже завершен. Так что у нас вот такие методики есть уже. Ага. Еще, пожалуйста, какие-то есть комментарии? Делать не прогностическую, а гипотетическую оценку. Окей, да, надо. Ага, ага. Хорошо. Давайте тогда дальше пойдем. У нас как раз завершающий вопрос есть, который касается... Ага. Да, который касается практик с доказанной эффективностью. И мы сейчас к нему перейдем. Следует ли проводить оценку воздействия при использовании практик с доказанной эффективностью, коллеги? В чем здесь заключается вопрос? И как-то мне кажется, нам может интересно немножко это тоже пообсуждать будет. Смотрите, что такое практика с доказанной эффективностью? Это... Будем говорить некоторое воздействие, подробно прописанное, последовательность шагов и так далее, методы, которые используются. Причем это воздействие было заранее хорошо изучено
и была доказана его эффективность с точки зрения получения определенных результатов. То есть, и о чем писала Юлия Богданова, вот я как раз зачитывал ее комментарии тоже из чата. То есть мы имеем вроде бы такую описанную практику, хорошо проработанную, у которой эффективность уже доказана с привлечением серьезных сил. И в этом случае тогда надо ли проводить оценку воздействия вот такой практики? Или мы можем сказать, что если у нее уже доказана эффективность, то воздействие будет 100%? Ну, давайте я приведу вот пример. Да? Скажем, обучение детишек в начальной школе, обучение игре в шахмат. Вот мы берем и начинаем в школах это повсеместно внедрять. Значит, ну, как мы с вами знаем, у нас повсеместного внедрения такой практики нет. Но есть ли какие-то исследования, которые подтверждают эффективность этого воздействия? Есть, оказывается, пожалуйста, если кому-то интересно, вы можете в интернете посмотреть. Масса исследований в сельской местности, в городской, для детей разных возрастов. Доказано, что занятие шахматами положительно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Это доказано. То есть, если мы считаем, что эта практика с доказанной эффективностью, и доверяем этим доказательствам, тогда мы можем спокойно внедрять шахматы в школах, и нам вообще не нужно ничего мерить и тратить деньги на какие-то лонгитюдные исследования, которые уже были сделаны. Уже это все сделано до нас. Берем готовую практику и используем ее. Очень вроде бы заманчиво. А нужно ли в этом случае что-то оценивать? И я хочу еще один пример привести, прежде чем мы перейдем к обсуждению. Смотрите, вот мне попалось в советское время, я занимался тогда методами поиска новых технических идей и решений, и среди этих методов один есть очень известный, который все знают, это брейнсторминг, метод мозговой атаки или мозгового штурма. И мы занимались тем, что внедряли эти методы и обучали инженеров и ученых, как их использовать. И вот нам попалась такая интересная статья. Это было исследование, психологи это исследование провели. И оно заключалось в следующем. Они взяли экспериментальную группу и контрольную группу, дали им одинаковые задания в экспериментальной группе и в контрольной группе. И в одной группе использовали брейнсторминг по правилам, которые там предписывает этот метод поиска решений. А это было в экспериментальной группе. А в контрольной группе просто сказали людям, вот вам задача, порешайте. И итог этого исследования был такой. Они сказали, что брейнсторминг никак не работает вообще. Результаты одинаковые в обеих группах. И вот здесь у меня какой вопрос возник сразу. Насколько квалифицированно они использовали этот метод? Правильно ли они его использовали? Кто был ведущим? Насколько ему удалось создать правильную атмосферу? И вообще, как бы, наиболее известное про брейнсторминг – это что все с вытаращенными глазами предлагают много идей, как в этой самой передаче, да, про знатоков. Но это только первая часть брейнсторминга. У него есть вторая фаза, где из каждой предложенной идеи не спеша надо извлечь рациональное зерно. Использовали они вторую фазу или нет? И можно ли тогда говорить о том, что исследование советских психологов доказало несостоятельность, значит, методики брейнсторминга? Я не уверен. То есть получается, что тогда, может быть, при использовании практик с доказанной эффективностью надо особое внимание уделять тому, чтобы эта практика реализовывалась квалифицированно, по правилам, в точном соответствии с тем, как это предписано. Вот такой вопрос. Следует ли проводить оценку воздействия? И у нас, я вижу, что Екатерина поднимала руку. Пожалуйста, Екатерина. Коллеги, добрый день. Казорина Екатерина, Владивосток.
У нас уже вечер, и первый раз в вашем клубе хотела поделиться такой мыслью, что согласна, во-первых, с тем, что в зависимости от того, кто берется за проект, за реализацию идеи, результат может быть разный, хотя даже технология может быть одинаковая. Это первое. А вот по поводу примера с шахматами у меня возникла такая, кстати, возник проект, который есть в Приморском крае. Занимаются шахматами с людьми, которые имеют ментальные нарушения. Сейчас не вспомню название проекта, но суть в том, что эффективность у него запредельная, скажем так. Действительно, результаты очень хорошие. И что именно шахматы влияют вот на людей именно с ментальными нарушениями как-то вот по-особенному. Поэтому здесь, мне кажется, оценка может выводить, может быть, на новый уровень применение одной и той же технологии, но с разными категориями людей или в разной ситуации. И мы можем смотреть, открывать для себя какие-то новые пути и развивать эту технологию благодаря как раз оценке. Очень интересный комментарий. Спасибо, Екатерина. Вот здесь Ольга Евдокимова в чате. Коллеги, обратите внимание, несколько переводных материалов по рандомизированным контролируемым исследованиям от Evolution and Philanthropy. По ссылочке можно перейти. Да, Надар. Алексей, если позволите, пока... Да-да, пожалуйста, Виталий. Да. Да, вот пока вы говорили, я думал вот о чем, что есть некоторые исследования, которые я действительно доверяю по причине того, что они одобрены международными организациями. И тогда действительно я не думал о том, чтобы необходимо их повторять. Хотя, вот как говорила предыдущий спикер, да, все зависит от контекста, да, от того, кто, где, при каких обстоятельствах. И опять же, значит, нужно проводить, потому что разные контексты. Например, если эти исследования проводились за границей, ну, в других странах, да, с определенным контекстом, то как она будет выражаться, результаты, в определенном контексте моей страны. Следующий момент. Может быть, тогда результаты мета-анализов тогда помогут нам отсеять те анализы, которые были проведены и не доказали свою эффективность с научной точки зрения. Тогда, может быть, оставив после проведения мета-анализа, оставив те исследования, на которые мы будем ориентироваться, и как говорил Надари, о том, что мы можем на основании вот того, что я сказал, чтобы не повторяться, делать свою гипотезу в моей стране, исходя из национального контекста. Вот. И поэтому, ну, скорее всего, вот подытожу свой спич о том, что все-таки в любом случае я бы придерживался того, что во многих случаях надо проводить эти исследования. Спасибо. Спасибо большое. И тут я думаю, что к вам очень многие бы тоже могли присоединиться из тех, кто использует системный подход к, в том числе, оценке программы и проектов социальной направленности. И они говорят, что в сложных динамических системах, с которыми мы, по сути, имеем дело постоянно, очень многое зависит от начальных условий и от контекста. И если начальные условия и контекст были другими, то это неправильно считает практикой с доказанной эффективностью для наших начальных условий и контекста. Абсолютно, да. Пожалуйста, еще, коллеги, комментарии какие-то. Ну вот я, как всегда, поднимаю ручку. Давай. Да, очень коротко. Как ни странно, комментарий будет несколько выходить за рамки нашей профессиональной деятельности. Я очень люблю в этой связи потрясающую совершенно книжку, которую выпустил в свое время Московская школа политических исследований. Но и Штаты, мы, авторы, они политологи, работали в Соединенных Штатах и анализировали огромные массивы различных политических решений. И у них есть удивительная совершенно формула, которую они использовали. Формула звучит так: пленяющая аналогия. Они на основе приведения целого ряда примеров доказывали, что очевидную истину нельзя готовиться к прошедшей войне. То есть каждое следующее событие или каждое следующее пространство, которое мы хотели бы исследовать, оно, с одной стороны, порождает желание
предыдущий какой-то опыт использовать для этого случая, но с другой стороны рождает и риски, что мы оказываемся в плену этих самых аналогий прошлого. А есть определенные различия, которые очень важно наблюдать и замечать, и из чего, собственно говоря, следует вариативность возможных путей решения этой проблемы. Просто вот такая книжка, она плохо будет видна, но тем не менее, она вот выпускалась, она у меня до сих пор истрепана до невозможности, но вот этот очень важный термин, мне кажется, красивым и очень ценным, в том числе для целей нашей работы. Спасибо, Нодар. У нас есть комментарий от Анары Кизабековой. Пожалуйста, Анара. Да, вы меня слышите? Слышим, замечательно. Да, да, я как раз пишу. А вы где находитесь, Нодар? В данный момент я в Москве. Да. Вы в Москве, да? Да, слушаем вас. Но практику мы проходили по оценке воздействия именно в Казахстане, в казахстанских регионах. Как раз в чем-то вопрос, что, конечно, каждый проект, он индивидуальный по контексту, по количеству людей, которые в нем участвуют и прочему. Где-то есть государственное финансирование, где частное. Но часть оценка воздействия как раз-таки делается для того, чтобы определить наиболее эффективное решение определенных проблем. Особенно, если это касается государственных вливаний, государственных финансирований, где как бы за меньшую сумму хотят получить больше эффект, правильно же? И как бы я к вопросу о том, как раз, что типа использовать, не использовать результаты предыдущих оценок. Для некоторых, наверное, проектов это будет резонно. К примеру, мы проводили проект, не мы, у нас такой проект JAS Project, он ориентирован на поддержку сельской молодежи, именно для решения вопроса снижения мобильности сельской молодежи и уменьшения вот этого оттока молодежи из села, направлено было на помочь им построить бизнес у себя в селе. Это тоже пример к предыдущему вопросу о этичности, этичности рандомизированного контролируемого испытания. Были разделены 4 группы испытуемых. Одним дали деньги и менторскую поддержку, другим дали только деньги на развитие, третьим дали менторскую поддержку, четвертым ничего не дали, да? Как было это разделено, чтобы это было этично? В первую очередь объявили конкурс на проект, и, соответственно, наиболее такие, ну, то есть им так объяснили, что там те, кто получил первые места, они получают деньги и поддержку, а вторые места там они получают там только деньги, третьи поддержку, четвертые, ну, четвертым ничего не сказали, но просто их контролировали, им сказали, мы будем там вам звонить, узнать, как у вас в течение там определенного периода. Что результат по течении первого года показал? Что на самом деле поддержка менторов наиболее эффективна. Даже она примерно, она, может, даже была немножко выше результатов первой группы, те, кто получил и менторскую поддержку, и деньги. Но это, соответственно, для государства, государственная программа, она показала, что за меньшие деньги они могут получить такой же как бы, результат. Логично, можно ли использовать этот, ну, раскидать этот результат в дальнейшей практике в других странах? Ну, может быть, для России можно было бы подумать, но для Казахстана получается, что можно, в принципе, использовать этот результат и вкладываться больше в поддержку менторства, чем финансирование прямое проекта. Да, Анара, спасибо огромное. Уважаемые коллеги, я стараюсь следить за временем, и у нас время нашего заседания подходит к концу. Совершенно очевидно, что тут есть о чем подумать и было бы о чем поговорить, но мы постараемся завершить вовремя. И поэтому, прежде чем мы перейдем к последним слайдам, я хотел пригласить сейчас Ольгу Евдокимову, которая является членом правления Ассоциации специалистов по оценке программы политик. Она сказала, что будет реклама. Ольга? Да, добрый день всем. Прошу прощения за не, наоборот, благодарю возможность прорекламировать. Коллеги, у кого-то микрофон. Думаю, зря там были желтенькие, голубенькие. Надо было набрать. Микрофон выключить. Да, вот вижу.
Все, пожалуйста. Это правильно, на самом деле. Конечно же, шумы должны включаться именно на рекламе. Это правильно. Да, у нас каждый год так сложилось, кстати говоря. Проходит премия в области оценки. И я, во-первых, хочу сказать большое спасибо коллегам за такую интересную, увлекательную, профессиональную дискуссию. И я вот слушаю разнообразный опыт и коллег, и организаций, которые и даже как бы про рандомизированные, извиняюсь, контролируемые исследования. И хотела бы как бы всех пригласить поучаствовать, подать заявку на получение премии в области оценки. Это очень просто. Вот. И на самом деле мы будем рады, если вы заполните эту короткую заявку, и приглашаем вас принять участие. Я сейчас вот скину тогда, если вдруг кто не слышал, в чат ссылочку на эту премию. Я просто вижу совершенно, что многие организации, которые сегодня рассказывали о своем опыте, они просто достойны вообще этой премии. Вот такой. И поэтому мы, конечно, хотели бы видеть вас в числе участников. Большое спасибо. Ольга, спасибо. Уважаемые коллеги, давайте... Алексей, простите, пожалуйста. Да. Да, слушайте, вот, исходя из Олиного сейчас разговора, да? Да. Дело в том, что я как бы из Молдовы. Да. Я могу участвовать в вашем... Ольга, могут люди из других стран участвовать? Коллеги, вот очень большое спасибо за этот вопрос. Вы знаете, я скажу, что мы по этому поводу, наверное, отдельно выпустим специальную регуляцию. Здесь требуется, наверное, какой-то ответ. Мне просто сейчас нету готового под рукой. Я обращусь в оргкомитет премии и к учредителям премии. И я думаю, что мы этот вопрос в самое ближайшее время решим. Мне кажется, это было бы... Вот мое персональное мнение, это было бы неплохо. Это было бы правильно, более того. Но пока это точно неизвестно, поэтому надо чуть-чуть подождать, да? Не проблема, спасибо. Спасибо, спасибо за интерес. Так, уважаемые коллеги, все, у нас время подходит к концу. Я хотел всех поблагодарить. Огромное спасибо за участие. Мне кажется, сегодня такая интересная была дискуссия. И я хотел напомнить, что мы теперь будем проводить заседание клуба каждый второй четверг месяца. В каждом месяце, и следующее заседание будет 9 сентября. Мы проведем сейчас обсуждение и заранее пришлем тоже вам информацию о том, какая будет тема заседания. Но вы можете уже планировать, если вы интересуетесь оценкой, что очередная интересная беседа в хорошей компании пройдет с 11 до 12.30 по Москве 9 сентября сего года. Всем спасибо за участие, всем всего доброго. До свидания, до следующей встречи. Всего хорошего. Да, в новостях про премию. Вот Ольга пишет. Ага. Угу.